Активисты Одинцовского местного отделения партии «Единая Россия» приняли участие в заседании оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса. Встреча проходила в режиме видеоконференции. Участники заседания, среди которых были первый зампред Мособлдумы депутат от «Единой России» Лариса Лазутина и председатель окружного совета депутатов Татьяна Одинцова, рассмотрели комплекс мер, принимаемых в рамках борьбы с распространением инфекции на территории городского округа.